Всем привет! Вы на канале Food Home – еда дома. Сегодня буду готовить нежнейший шашлык на шпажках с овощами в духовке. Берем кусок свинины, нарезаем на полоски, а затем на небольшие кусочки, чтобы удобнее было насаживать на шпажки. Для приготовления маринада понадобится: очищаем репчатый лук от кожуры и 3 зубчика чеснока. С помощью терки натираем репчатый лук. Чеснок тоже трем на терке. В чашу кладем натертый лук, чеснок, оливковое масло, специи для мяса и шашлыка, соевый соус. Перемешиваем, маринад готов. Заливаем мясо маринадом, перемешиваем, чтобы каждый кусочек был в маринаде. Накрываем пищевой пленкой и оставляем мясо мариноваться на 3-4 часа в холодильнике. Подготовим овощи. Берем болгарский перец, нарезаем на небольшие кусочки. Лук нарезаем колечками. В чашу кладем помидорки черри, болгарский перец и лук. Посыпаем солью по вкусу, прованские травы и оливковое масло. Перемешиваем и оставляем овощи минут на 15. Собираем шашлычки. На шпажку нанизываем мясо, болгарский перец, помидор. И так делаем со всем мясом и овощами, чередуя между собой. Картофель почистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки. В форму для запекания кладем картофель. Посыпаем солью по вкусу, черным молотым перцем, и оливковым маслом. Заливаем небольшим количеством воды, чтобы картошка не пригорела во время приготовления. Кладем на форму подготовленные шашлычки. Ставим в духовку на 200 градусов, примерно на час, и каждые 20 минут переворачиваем шашлычки, чтобы корочка была со всех сторон. Время приготовления будет зависеть от вашей духовки.
Вот такие шашлычки у меня получились. Потрясающий аромат. Попробуйте приготовить. Это очень вкусно. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!